Вот так быстро и аккуратно наносит цифровую информацию на металлическую поверхность лазерный маркиратор. Задает оборудованию задачи и следит за их выполнением Максим Яковлев. На предприятии в Одинцове он трудится уже 7 лет. Признается, здесь созданы все условия для комфортной работы. В наличии дружный коллектив и современное оборудование. До появления установки надписи приходилось делать маркером. Лазер получается и качественнее, и долговечнее. Во-первых, он не использует краску, к примеру. Это и покрытие, которое он наносит, оно более долговечное и, можно сказать, нестираемое. Приобрести маркиратор, а также новый источник излучения для станка лазерной резки в 2019 году помогла субсидия на модернизацию оборудования. Второй аппарат позволил увеличить мощность производства в 3 раза, а скорость и производительность в 5 раз. Опыт оказался успешным, поэтому в этом году компания планирует вновь обратиться к субсидированию. В этом году тоже планируем немножко расширить свой парк, хотим купить еще 1 единицу, потому что уже не справляемся со своей производственной программой. Ознакомиться с качеством и разнообразием продукции, а также с возможностями предприятия в рамках проекта «Локомотивы роста» смог и глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов. А это что? Это модульные дымоходы. Для частных домов? Как для частных, так и для промышленных. Для газовых котельных можно использовать. Большая номенклатура диаметров до 800 миллиметров. А сейчас вот в нашей программе социальной газификации вы участвуете? К сожалению, как нет. Как производитель? Да? Можно тоже Мособолгазу предложить. Сегодня на производстве трудится 127 человек. Здесь производят стройматериалы по 3 направлениям. Модульные дымоходы, гипсокартонные профили, а также стеновые и кровельные материалы для частного домостроения. Мы используем металлообработки, вот такую уникальную вещь, как лазерная сварка швов на трубах, да, которую очень, довольно-таки редко. Просто так ее на коленке не сделаешь. Ну, соответственно, лазерная резка металла. У нас есть оборудование, которое по своему роду уникальное. Мы его приобретали в Германии в свое время. Ну, вот. И очень гордимся этим, и людям очень нравится наша продукция. В этом году компания отметит свое 20-летие. На площадке в Одинцове она уже с 2013 года. Сейчас у руководства в планах расширение номенклатуры выпускаемых изделий и расширение технологических возможностей за счет доп. Оборудования. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».